Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд», в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах за минувшую неделю. Огонь и вода – борьба двух стихий. Несмотря на затянувшуюся дождливую погоду, в Обнинске за последнюю неделю произошло несколько серьезных пожаров. Неисправность светофора на одном из участков трассы Н3 Украина привела к двум серьезным ДТП. Стражи порядка задержали дачного вора, промышлявшего как в Обнинске, так и в ближайших городах. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. В связи с празднованием Дня России в Наукограде все сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы. За минувшие выходные дни было составлено 200 протоколов на водителей, нарушивших правила дорожного движения. Двое из них находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В числе остальных штрафников – водители, не уступившие дорогу пешеходам на соответствующей разметке, и владельцы машин с тонированными стеклами, не соответствующих требованиям технического регламента. А сейчас не пропустите самые запоминающиеся происшествия, которые попали в объектив нашей видеокамеры. Рано утром в пятницу на северном выезде из города произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля марки Hyundai поздно заметил образовавшуюся пробку и врезался в Peugeot, стоящий крайним в потоке. А французская иномарка, в свою очередь, подтолкнула впереди стоящий Nissan. Несмотря на серьезные повреждения машин, люди в этой аварии не пострадали. Через полчаса неподалеку от предыдущего места ДТП столкнулись легковушка и грузовик. Владелец Рено, выезжая с кольцевого участка дороги, остановился пропустить транспорт по главной и в этот момент получил удар сзади от автомобиля КАМАЗ. К счастью, это не повлекло за собой человеческих жертв. В 11:00 досадная ситуация произошла во дворе на улице Шацкого. Девушка на Рено при попытке припарковаться зацепила стоящий Nissan. Несмотря на затянувшуюся дождливую погоду, в Обнинске за последнюю неделю произошло несколько серьезных пожаров. В ночь с 4 на 5 июня на стоянке у дома номер 28А на улице Курчатова загорелось сразу три иномарки. 8 июня крупный пожар случился на одном из ремонтных предприятий города, расположенном на Киевском шоссе 28, в результате которого сгорели 6 автобусов. А в первой половине дня, 9 июня, на территории строящегося объекта в районе Кабицына снова пожар, на борьбу с которым прибыли две бригады спасателей. По невыясненным пока причинам, пламя охватило двухэтажное строение, так называемой бытовки для размещения строителей. К счастью, рабочих спасло то, что в это время они находились на объекте. В результате пожара никто из людей не пострадал, но само здание выгорело полностью. Причина возгорания выясняется. Во второй половине дня в дежурную часть Наукограда поступило сообщение о грабеже, который произошел на территории одного из предприятий Обнинска. По словам потерпевшего, он выходил со склада с крупной суммой денег в руках и сел в свой автомобиль. Но не успел мужчина завести машину, как вдруг открылась пассажирская дверь и в салон присел неизвестный гражданин. Он начал заговаривать водителя и, улучив момент, выхватил из его рук все наличные и скрылся в неизвестном направлении. Добычей злоумышленника стала сумма в размере 160 тысяч рублей. Ведется розыск подозреваемого. Вечером этого же дня около 22:00 на 103-м километре трассы М3 Украины произошло серьезное ДТП. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий. Водитель за рулем ВАЗа 99-й модели стоит на прилегающей территории перед светофором с мигающим уже долгое время желтым сигналом. Пропустив транспорт, мужчина все же решается выехать на главную дорогу, по которой в это время со стороны областного центра двигался ни о чем не подозревающий водитель иномарки. От мощного удара отечественную легковушку развернуло и отбросило на встречную полосу. По всей видимости, владелец автомобиля ВАЗ неправильно рассчитал скорость и расстояние до приближающегося авто. В результате страшной аварии водитель 99-й и двое его пассажиров были госпитализированы, а в иномарке никто не пострадал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Гражданин подозревается в совершении серии имущественных преступлений. Задержанный признался, что совершил 5 дачных краж, 4 из которых произошли в городе Обнинске, одна на территории города Жуково. В настоящий момент мужчина задержан и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается местонахождение похищенного имущества. А 10 июня около часа дня была зафиксирована авария на 102-м километре трассы М3 «Украина». Момент столкновения попал на запись видеорегистратора одного из участников движения. Водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался со стороны Калуги и начал медленно поворачивать налево. Два ряда мужчина пересек и, надавив на педаль газа, продолжил движение. Но неожиданно для водителя из крайней правой полосы выехал Volvo, и столкновения избежать не удалось. От сильного удара внедорожник Hyundai задел и стоящий в потоке Рено. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир автомобиля Volvo. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили ее в клиническую больницу номер 8. Остальные участники аварии отделались испугом. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А теперь подробнее о событиях понедельника. Вечером 11 июня после прогулки владельцы оставили свои велосипеды на площадке 17 этажа рядом со своей квартирой. Два дорогостоящих байка хозяева пристегнули тросовым замком, однако это не спасло их от рук злоумышленников. Утром понедельника жильцы обнаружили только один стоящий на месте двухколесный транспорт. Сумму причиненного ущерба потерпевшие оценили в 27 тысяч рублей. Надеемся, что второй велосипед заявители все-таки не оставят без присмотра и поставят в более надежное место. В понедельник, 12 июня, около полудня на проспекте Ленина столкнулись длинномеры внедорожник. Водитель, управлявший грузовиком МАН, двигался по правой полосе и неожиданно решил перестроиться влево, не заметив Митсубиси, который двигался по своей полосе. Столкновения избежать не удалось, а пострадавших в результате ДТП не сообщалось. Следующее дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:30 на улице Курчатова. Владелец Рено следовал прямо и неожиданно с правой полосы решил совершить маневр разворота в обратную сторону, предварительно не перестроившись. В результате допустил столкновение с автомобилем «Opel», который ехал слева. Вечером произошло ДТП на дороге, ведущей от города Белоусово к 105-му километру трассы М3 «Украина». На данном участке столкнулись «Шевроле» и внедорожник «Хонда». К счастью, несмотря на серьезные повреждения обеих иномарок, никто не пострадал. Более точные детали этого происшествия установят сотрудники ГИБДД. Свидетели или очевидцев ДТП, произошедшего 8 сентября 2016 года около 19 часов 30 минут на перекрестке улиц Ленина и Кутузова в городе Обнинске с участием автомобилей марки Hyundai Tucson и ВАЗ-21014, просьба позвонить по телефонам, указанным на экране. В минувший вторник, 13 июня, в Наукограде около 8 утра произошло дорожно-транспортное происшествие. В одном из дворов на проспекте Маркса владелец автомобиля Рено не пропустил иномарку Kia, которая являлась для него помехой справа. К счастью, скорость транспортных средств была невысокой, и это не привело к плачевным результатам. А вот авария, которая произошла через полчаса на 103-м километре трассы М3 «Украина», чуть было не привела к трагедии. И виной всему неисправность светофора. По словам владелицы автомобиля марки «Рено», она двигалась в сторону Москвы. На мигающей желтой и неожиданно на несколько секунд загорелся красный свет. Женщина испугалась и применила резкое торможение. Водитель, управлявший грузовиком МАЗ, который двигался вслед за иномаркой, не успел вовремя среагировать и на большой скорости врезался в заднюю часть внедорожника. От сильного удара у Рено серьезно деформирована задняя часть кузова и выбито стекло. Водители чудом не пострадали. Данное ДТП заметно осложнило проезд другим участникам движения. Кстати, напомним, что вечером 9 июня на этом участке дороги произошло похожее происшествие из-за неисправности светофора, в результате которого пострадали 3 человека.
В 9:00 авария произошла в районе жилого комплекса на улице Белкинской. По предварительной информации, женщина за рулем иномарки «Кадиллак» выезжала с прилегающей территории на главную дорогу, где в это время двигался автомобиль «ГАЗ». Мужчина, чтобы избежать столкновения, выехал через встречную полосу, едва не столкнувшись с встречным транспортом на обочину, где на мокрой дороге машина опрокинулась в кювет. К счастью, эта дорожная история обошлась без пострадавших. Буквально через 2 часа на улице Менделеева в проливной дождь еще 2 автовладельца ждали приезда сотрудников ГИБДД. По предварительным данным, владелец минивэна марки «Хонда» остановился перед железнодорожным переездом и получил удар сзади от водителя на автомобиле «Шевроле». Для обоих участников происшествия все обошлось минимальными повреждениями иномарок. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после нее во втором блоке программы «Экстренный выезд» вы увидите. Дело в зонте. Детская шалость в салоне иномарки чуть не обернулась трагедией на 43-м километре автодороги Белоусово-Серпухов. Разборки на «Зебре». Полицейские разыскивают водителя, который сбил и пожилого пешехода, и свидетели, которые за него заступились. Весомый аргумент. Правоохранители изъяли почти 4 грамма героина у жителя города Балабаново. Об этом мы не только расскажем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Это «Экстренный выезд», в студии Ильхам Нигматуллин. Мы продолжаем. Утром 14 июня за помощью к стражам порядка обратилась владелица автомобиля марки Volkswagen. Женщина рассказала, что предыдущим вечером примерно в 23:00 поставила свою машину вот в этом дворе на улице Гагарина. А на следующий день в 9:30, когда подошла к внедорожнику, то обнаружила, что 2 передние фары отсутствуют. По словам потерпевшей, сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. В полдень на улице Студенческой произошло ДТП. Девушка на автомобиле «Opel» двигалась по главной улице в сторону института, как вдруг получила удар в боковую часть кузова от «Митсубиси». Водитель за рулем универсала, допустивший столкновение, выезжая с второстепенной дороги, почему-то не уступил право приоритетного проезда. Автоледи в этот день получила не только моральный и материальный ущерб, но и опоздала на экзамен. Через 2 часа в старой части города на улице Горького случилось еще одно дорожное происшествие. Мужчина на «Волге» выезжал задним ходом с парковочного места и на полном ходу врезался в проезжающую мимо иномарку. Фаркоп, установленный на отечественной легковушке, в буквальном смысле разорвал 2 двери с левой стороны оранжевой «Сузуки». Женщина, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала. В 14:30 на строительном рынке, расположенном на 101-м километре Киевского шоссе, произошло аналогичное происшествие. Невнимательность водителя автомобиля «Газель» привела к небольшой, но досадной аварии. Мужчина на грузовике сдавал назад и не заметил ехавшую сзади «Шкоду». А около 18:00 в зоне пешеходного перехода на проспекте Маркса произошел резонансный случай. Пожилого мужчину, который шел по «Зебре» и уже почти дошел до середины дороги, чуть не сбил неместный водитель на автомобиле марки «Черри». Пенсионер сделал владельцу иномарки замечание, на что тот вышел из машины и ударил жителя Наукограда по лицу. Неравнодушные граждане не остались в стороне и решили заступиться за пожилого мужчину. В результате завязалась потасовка. В какой-то момент разъяренный водитель схватил отвертку и поранил ногу одному из заступников. На место инцидента прохожие вызвали полицию и бригаду скорой. Всем пострадавшим была оказана помощь, а виновник происшествия скрылся в неизвестном направлении. Номер автомобиля пострадавшие, к сожалению, не запомнили. В настоящий момент проводится необходимый сбор информации по данному делу. Вечером недалеко от предыдущего места ЧП произошла авария перед пешеходным переходом. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля марки Nissan остановилась перед разметкой, и в этот момент в нее сзади врезался Chrysler. Водители не пострадали, и машины получили незначительные повреждения. 15 июня в Калужской области было зарегистрировано 386 сообщений, из которых 71 о преступлениях. В течение дежурных суток правоохранителями раскрыто 38 происшествий. А сейчас расскажем о том, как обычный зонт, находящийся в салоне авто, чуть не привел к гибели людей.
15 июня в соседнем Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщение об этом спасатели МЧС России получили в 8 часов утра. На 43-м километре автодороги Белоусово-Серпухов столкнулись два автомобиля – «Шевроле» и «Шкода». Причиной столкновения послужила детская шалость. Малолетние пассажиры, находящиеся в салоне иномарки «Шевроле», сидя на заднем сиденье, играли с зонтиком. В какой-то момент он открылся и острым концом попал в затылок их матери, которая была за рулем. Женщина отвлеклась и выехала на полосу встречного движения, где ехала «Шкода». Столкновение избежать не удалось. В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Шкода». С двойным переломом ноги его доставили в больницу города Протвино. Женщине и ее детям очень повезло. Они отделались лишь легким испугом. Буквально через полчаса еще одно ДТП произошло в городе Белоусово. Водитель «Шевроле» остановился перед переходом возле светофора в сторону поста МЧС, чтобы пропустить пешехода. Мужчина за рулем самосвала китайского производства двигался в этом же направлении и, не успев нажать на педаль тормоза, врезался в легковушку. Участники аварии не пострадали, а пешеход успел пересечь проезжую часть в целости и сохранности. Этим же утром в Обнинске во дворе на улице Курчатова сотрудниками дорожно-патрульной службы для плановой проверки был остановлен автомобиль отечественного производства, который вызвал подозрение. За рулем находился ранее судимый житель Бабынинского района с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов было также выявлено, что машина числится в угоне. На место прибыла следственная оперативная группа, которая осмотрела и изъяла авто. По словам гражданина, он употребил немного спиртного и угнал автомобиль, чтобы поехать к девушке в Обнинск. В настоящее время проводится проверка по установлению всех деталей произошедшего. В 11:00 на улице Аксенова не смогли разъехаться водители двух внедорожников. Водитель на автомобиле «Сангьонг», проезжая мимо торгового центра, немного притормозил, а мужчина на «Тойоте», выезжая с парковочного места, не посмотрев в зеркала, решил, что иномарка уже поехала дальше и продолжил движение назад. Столкновение можно было бы избежать, если бы водители были чуть внимательнее. А вот владельцу вот этой отечественной легковушки в этот день не суждено было завести машину и выехать на дорогу. Злоумышленники вскрыли капот «семерки» и похитили аккумуляторную батарею стоимостью 5000 рублей. Машина не была оборудована системой сигнализации, поэтому преступникам это упростило задачу. На днях в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска были задержаны иностранные граждане, которые дали признательные показания в совершении кражи. В одном из трехэтажных зданий, где ранее располагалась теперь уже бывшая трикотажная фабрика, владелец помещения теперь хранит ранее предназначавшееся для кафе мебель, посуда и кухонное оборудование. По словам заявителя, на этой неделе, когда он подошел к зданию, чтобы проверить, все ли на месте, то обнаружил, что в двери запасного входа выломан замок, а из помещений исчезли некоторые предметы, в том числе кухонные принадлежности, электропроводка и колеса для иномарки. Позднее в ходе обыска у задержанных было обнаружено похищенное имущество, кроме электропроводов, которые они уже успели сбыть. По данному факту возбуждено уголовное дело. Около 2 часов дня на участке кольцевого движения на проспекте Маркса столкнулись грузовик Hyundai и Mitsubishi. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, люди не пострадали. В 15:00 повреждения на своем автомобиле марки Renault заметил житель Наукограда и сразу же вызвал сотрудников госавтоинспекции. Машина была припаркована предыдущим вечером, а в обед на задней части кузова уже появилась вмятина. В настоящее время устанавливается личность виновника происшествия. Ближе к вечеру произошла авария около пешеходного перехода на проспекте Ленина. Владелец автомобиля ВАЗ-2109 остановился перед разметкой пропустить женщину с ребенком. И через минуту в легковушку врезался внедорожник. Водитель «Тойоты», видимо, пытался уйти от столкновения, но все равно зацепил машину. Страшно подумать, какие были бы последствия, если пешеходы не успели пересечь проезжую часть.
Вечером четверга во дворе дома номер 54 по улице Курчатова сотрудниками отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков в ходе операции были задержаны четверо граждан. У одного из них, который является жителем города Балабаново, был обнаружен сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом, которое было изъято и отправлено на экспертизу. По заключению экспертов, изъятое вещество является наркотическим, а именно героином весом почти 4 грамма. В настоящий момент уголовное дело возбуждено в отношении двух граждан. Расследование продолжается. Вот и все на сегодня. Не забывайте заходить на наш сайт, где вы всегда найдете выпуск программы «Экстренный выезд» и других передач телеканала «Обнинск ТВ». Адресная строка в интернете – obninsktv.ru. А если вы стали очевидцем ДТП или другого происшествия, сделайте видеосъемку или фотографии и отправьте в группу Viber либо администраторам этой группы. За материалы, которые войдут в эфир программы, на ваш мобильный телефон будет произведена оплата в размере 200 рублей. Наш телефон Viber 8 953 469 41 91. Берегите себя, до встречи и всего вам хорошего.